Начинаем играть. 3 минуты на партию. Идет захват центра. Против нас очень сильный игрок. Прячемся. Захватываем центр. Размен коней. Защищаем пешку. Центральная пешка всегда важнее крайних. Попытка атаковать пешку, уходим. Так, атакуем слона. Атакуем. Это была ошибка. Зевок. Идем вперед. Неравный бой. Атакуем. Ждем ошибки соперника. Ходим с линии атаки.
Дразним противника. Нам нужно продержаться 27 секунд. Держимся. Ничья нам не выгодна. Входим с линии атаки. Противник оказался сильнее. Чем в следующий раз выиграем. Изучаем свои ошибки. Захват центра. Моя первая ошибка.